очень хорошо выполнены берега. Это вот дорожка, она освещается фонарями. Там мостик. Наши рыбаки и Григорий Иванович то же самое. Запускают сюда карпов, пойманных в Дисте, в Газбике. Здесь очень любят прогуливаться по пруду все работники посольства. Недавно запустили сюда белых лебедей. Мы их попозже покажем. Красивое место вообще. Ребята сейчас прогуливаются. Путеводитель Катя. А лебеди сюда ждут, когда их покормят. Григорий Иванович рассказывает, какие рыбы здесь. Сейчас уже маяки появились. А вот и люди. Сейчас подойдем поближе. Лебеди всегда ждут, когда там придут и покормят хлебом. Но давать надо аккуратно, потому что очень здорово может схватить за руку. Сейчас подплывет второй лебедь. Вот, он видел, что кормит, и тут же устремился. Ну вот это будка, где живут утки. Это остатки об стены. Теперь я буду его преследовать. Он подумал, что еще их будет кормить.
А сейчас пойдем посмотрим шато. Ну вот, а это наше легендарное место для посиделок. Лавочки сделали сами из больших бревен. Вот здесь обычно вечером собирается жители нашего дома старого. Это гараж. А это тут жилой дом. Какой-то подвал. Бензоколонка. Ну, это наш дом. Крылечко. Здесь балкончики. Пятиэтажный дом. К сожалению, сейчас старый. Камеры. А теперь пойдем в шатло.